Братья, мы создадим с вами новое братское царство. Королевство какашек пока что отложим на потом, ну а сейчас нам нужно противостоять королевству баб. Бабы зло. У нас королевство без баб. Мы, мужики, нам лучше без баб. А вы идите в угол. Вы все коровы! Все время мы, все время, блин! Не Без баб. Нет, ты что, вообще офигел? Нет, не коровы, нет, какие коровы, офигел. Тогда что начинается, а? То бабское королевство, то королевство без баб. Вы что, мужики, а? Вам что, девушки не нужны? Друг с другом будете вот это встречаться? Ну вот, банан, тогда и маши своей головой дальше. Вот потом и выясним, нужны вам мужики или нужны вам бабы. Начали тут это, вот придет Катя. Катя придет в следующей серии вот этого Амонга и всех вас здесь на места поставит. Ага, давайте, первый раунд. Да я не понимаю, честное слово, да как это работает, а? На каждом стриме, вот кто ходит на мои стримы, тот всегда видит то, что я никогда не становлюсь этим убийцем. Ну просто никогда! Из 10 игр я 10 раз не убийца. А почему-то, когда мы записываем ролик, то я убийца практически каждый... Господи, мать моя женщина! 4 человека в одной комнате, что за тусовка-то такая, а? Кто-то из этих всех людей, кто здесь находится, 100% не убийца, потому что они сейчас выполняли вот это вот задание. И учитывая то, что... Я сейчас кого-то убил через стенку, который стоял там за закрытой дверью. И хотел, чтобы я дверь открыл. Это как? Сейчас... Да почему же я чит это использую в последних сериях настолько? Я просто людей через стенки убиваю. Вот и все. Каждый раз. Тикаем отсюда, во чтобы меня никто не запалил. Здорово, карту. Ага. Труп нашли. Ну, объясняю. Иду я такой, получается... Ну, где лава, чтобы зайти в офис. Вижу, оттуда выходит банан. Он смотрит на меня, я иду, и там лежит труп. И я выходит с тобой это банан. Бежал. Ты бежал, я не со мной, ты выбегал. Вы смотрите, как иронично, а? Всегда серый виновен, который обвиняет всегда желтого предателя, да? Так может, это ты, Хрейд, предатель, получается? А может, это банан и ты, получается, это потому Даша. Что ты банан. А я-то тут при чем? Я вообще сижу, стою, молчу. Я даю 100% того, что это банан, а ты его защищаешь. Я его не защищаю, я на тебя наоборот валю, а ты чё на меня? Все хорошо, если Хрейд говорит, что это банан, значит голосуем за банана. Давайте. Это Даша. А следующую за Дашу проголосуем. Ага, все, давай желтый. Я никогда не против, чтобы мы выкидывали наружу тех людей, которые не являются убийцами. Я как бы всегда за это, получается, выключаем реактор и бежим его чинить вот через вот это... А почему здесь двери-то всегда закрыты? Вот через вот это вот здание. Кто-то сейчас придет сюда к этой двери и будет открывать ее с той стороны. А как я уже выяснил, даже через вот эти вот железные двери я могу кого-то убивать. Я просто здесь буду стоять и ждать. Кто-то идет, я слышу то, что там... Ну я ж горю то, что я слышу, что там дверь открылась, потому что... Да, выключаем свет и сваливаем отсюда. Куда? Вот сюда, на улицу. И кто-то сейчас должен прийти сюда и починить свет. Это буду я, конечно же. Всем покажем то, что я сейчас могу чинить свет, чтобы подозрение отвести от себя. Вот, все видели? Ну, пока все движется очень и очень и очень неплохо. Так, Лерочка, здравствуйте, здравствуйте. Лера!
Лель, если бы она меня еще, конечно, слышала. Иди сюда, 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 сюда. Да, 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 да. Какой молодец, давай, Лерочка. Лера уже прошаренная. Лера мою тактику сейчас будет использовать. Да, Лера, давай через сральник будем кого-то валить. Опа! Сработало, Лерочка. Сейчас сваливаем. Давай отсюда. Можно в люк, можно за сральник, а можно вот туда, в ту сторону. Давай. Сюда, Лера, сюда, сюда. Сральник, сюда. А, не, ну в принципе можно было. А чё? А мы чё, уже выиграли, что ли? Да, прикинь, выиграли. Прострельщик ты такой. Я просто стою рядом с Дашей, хочу зайти в дезинфекцию. У меня такая какая-то нечистая сила, просто я упал. Потому что света не было. А почему света не было? Да потому что ты его выключил, и она его выключила. Сколько ты человек убил? Да я не знаю, скольких я человек. Да я-то тут причем, я сам это случайно обнаружил, то, что даже через железные двери можно убивать. Амочку! Амочку я же тоже потом через железные двери убил в другой части карты. Вот именно. Там через туалет кого-то убиваешь. Ты что делаешь, бать? Ну ты козёл. Эй, ты чё за базаром следи, отвечай за свои слова, я тебя один на один сейчас заберу. Давай, один на один с тобой. Костя, чё? Брат, успокой, она погорячилась. Брат, успокой свой грузинский кровь. Всё, Амочка, а ты вот это, в следующий раз, как ты их там называл, Костя? Коровы, блин. А ты, чпуньк, чтоб потом в следующий раз не плакать, поменьше возле железных дверей стой. Ага, все, давайте. Второй раунд. Опа! И сразу выполняем задание на старте, чтобы вот, допустим, Херейт увидел то, что я не убийца. И ты, Херейт, тоже вроде не убийца. Молодец, молодец, все. Херейта я валить больше не буду. Ну ненормальный, ненормальный. Чё с него взять, Крейт? Пошли с... Да как? Так и игра только что началась! Я ехал чинить свет. Ехал и наткнулся на тело. Так мы даже еще со старта, я, ты и Крейт не успели отойти. Как ты на тело-то уже успел наткнуться, там, банан? Он его переехал, сбил насмерть. Ну так все, банан, тут логично. Ты ехал и кого-то сбил насмерть, потому что света не было. Все, это банан, голосуем за банан. Желтый, он сбил человека насмерть, а вот это... Я случайно его даже не видел. То, что ты его не видел, не отменяет того, что ты его сбил насмерть, банан. Все, голосуем за банана. Фары нужно включать, а не права покупать. Ну так вот, тем более, я там все же видели то, что там свет был выключен. Куда вот этот банан ехал? Ага, а чпуньк почему-то побежал совершенно в другую сторону. О, давайте краски заодно выполним здесь задание, которое стояло передо мной. Ага. Раз, два, три, четыре человека. А чё, уже всех кокнули, что ли? Картошка. Привет. Привет, картошка. Это самое, ты это. Подожди. Я, если ты. Ага, молодец. Да, вот. Вот туда сама и уходи, а я свалю отсюда куда-то вот в эту вот сторону. Выполню еще вот это задание. Да что ж там мне вот только вот это задание выполнить, вот это попадается с этими рычагами-то, а? Одно задание. Второе. Задание сразу же выполняем. Файлы качаем. Свет опять вырубили уже, наверное, 10-й раз за одну серию. Картошка! Я же просто пришел выполнить вот это вот задание. Ага, и после него еще одно вот там, где ты сейчас стояла. Так, картошка выполнила задание. И картошка не убийца. Хорошо, это буду знать. А там еще и чпунь был, и Мия была, и Херейт. А где остальные-то, а? А здесь у нас дверь закрыта. И там дверь закрыта. И там, наверное, тоже дверь закрыта. Кстати, а я не знал то, что отсюда можно что-то просматривать. И, в принципе, кого-то даже можно там спалить. А за закрытой дверью у нас получается... Есть кто-то или никого здесь нет?
Потому что что-то слишком тихо и слишком все здесь подозрительно. Так, одно маленькое предположение. А в сральнике кто-то есть? Извините, я вам мешать не хотел, трупачелло! А кто меня убил-то? Ах вы, собаки сутулые! Вы мою же тактику используете, получается? Кто-то здесь стоял за этой дверью и кокнул меня там, а Амочка все это время была в сральнике, получается. А кто второй убийца-то, а? Читеры поганые, ёперный кокос! Это она просто здесь стояла, она ждала, что я подойду. И она знала то, что я трупак зарепорчу. Так, ладно, я знаю то, что здесь есть одно задание. Я его сейчас быстренько, сразу же за секунду выполню. Осталось еще очень мало, заданий, которые нам нужно выполнить. И после, вот, еще даже вот это задание смогу пройти. Только это как-то странно, то, что невидимый человек проходит медобслуживание. Труп. Медобслуживание проходит. О, Миюшка, Лерочка, Картошка, Чпунь, все прибежали, да? Только уже слишком поздно. Короче, труп был в туалете возле двери в проход в нижнюю лабораторию. Подожди, я все это время бегала вместе с Чпунихом и с Мией. Ну, почти все время. Но я не видела Лерочку. Лера, зайка моя любимая, ты где была все это время? Даша, ты чё, дура? Сама ты овца, ты чё сестру обзываешь? Я сзади тебя была, корова ты. Ты курица, рядом со мной был Чпуник и Мия. Тебя там не было. Да, была. Не было. Было. Не было. Было. Не было. Было. Вы обе коровы, да, это нам всем ясно. Труп где был? В туалете, туалете, да? Рядом с туалетом. Кто зеленый, как Шрек? Лера, она там сидит в туалете, такая самба, тебя и убила. Короче, ну это Лера, здесь все понятно. Я сзади тебя была, Никита, козел. Я не козел. Ну то, что Никита козел, я согласен. Но то, что Лерочку не кокнули, это очень даже хорошо. Минус один предатель, осталось еще другого Шрека найти, а другой Шрек у нас Амочка получается. Еще бы его кокнуть, было бы просто замечательно. Ходит она, вот посмотрите на нее. Ага, вот сюда, за картон. А, ну... Отомстила за своего брата Шрека, да? Амочка кокнула картошку, которая гнала на Лерочку. Так, там осталась еще Мия, и остался, получается, Чпуньк. Так ей же сейчас одного человека кокнут, и они сейчас выиграют! Ну так был же полный somebody once told me. Это же вот эти два Шрека, они в туалете сидели и всех через стенки убивали, а? Шрек и Фиона. Ну и осел, который перестал с ними дружить. Лера, тебя со мной сзади не было. Была, не было, была, не было, была, не было, была, не было тебя, была, не было, была, нет, была, не была. Так у меня вопрос, она там была или ее там не было, а кто сможет подтвердить? Не было. Ее не было. Ее не было! Тебя не было, там Шрек, Лерочка! Ты коза. Вот с этим согласен с картошкой. Все, расступитесь, все, давайте. Третий раунд начинаем. Лера, ты два раза подряд убийцей была, тебе не хватит, а? Я буду маньяком, пока не отомщу всем мужикам. Иди на свое болото, Шрек. Иди на болото, все. Она не Шрек, она не черепашка, она овца. Это я да. Третий раунд. Тихо. Братик Костя крысочка. Пошли задание выполнять, Чпунька. Пошли, давай. А пока Чпуньк пойдет туда выполнять задание, я пойду и выполню Чпунька.
А сейчас валим отсюда, пока никто ни труп Чпунька не заметил, ни меня не заметил. Вот какой Костечка молодец, свет вырубил. Есть тут кто-то? Тук-тук-тук. Никого здесь нет. Это значит то, что можно спрятаться вот здесь и подождать, пока кто-то притопает почитать книженцы в библиотеке. Ага. Мия пошла вот туда. Да чё ж это? Я сейчас не успею её кокнуть. А, нет, все же я успел её кокнуть, только... А вот сейчас уже можно в люк. Да как я людей через стенки-то убиваю? Я не понимаю, и прячемся в сральнике. Так, в лаборатории уже два трупа чела валяются. Я буду угорать до смерти, если сейчас еще кто-то сюда пробежит мимо вот этой стенки. Ну, в общем, я стоял на таких прямоугольных камерах. Там мониторы такие прямоугольные. Прикольный. А потом я пошел в СО2, и там я заметил труп рядом с квадратной комнатой. Ни в одной игре нормально поиграть не дают. В каждой просто убивают. Что я вам сделал? То меня с прострелом убивают, то меня через туалет убивают, то меня не в туалете убивают. Микрофон выруби, ты сдох! Вообще ты что разговариваешь-то, а? Я в твоей голове живу, это твой внутренний голос. Извините, это у меня в голове, я просто голоса начал слышать. Кто убийца? Я предлагаю голосовать за Леру, за нашего любимого Шрека. Без баб за Леру. Давайте, за Леру. Без баб, мужики, без баб! В прошлой игре бабы всех мужиков выкидывали, сегодня мы всех баб будем выкидывать, вот так им и надо. Все, пошли, мужики, пошли в эту сторону, пускай Амочка идет, там отдыхает без нас. Давай. Мы избавились от первого импостера, остался еще один. Вот именно, пошли, Костечка. Сейчас мы напишем Косте. Костя, нужно сделать двойное убийство для победы. Без базара, брат, встречаемся возле левого реактора. По рукам, брат. Крыса Костя, я уже в пути. Так, Костечка, старая схема, старая тактика. Делаем с тобой матрешку, но в этот раз матрешку из убийц. А для того, чтобы кто-то прибежал сюда чинить реактор, надо его хотя бы выключить. Так, Костя, все, стой, не шевелись, братанчик. Бежит у нас Херейд, бежит у нас Отомчик, чинят реактор. Костечка, давай, пошли. А с другой стороны, это что, никто не чинит, что ли? Стой, подожди, Костя. Чё это самое? А реактор кто чинить-то будет? Хрей, ты там успеешь, не успеешь? Мы с братом выиграли и даже не сделали двойное убийство через матрешку, через убийц. Мы победили эту войну. Мы победили этих коров. Ну вы и козлы. Ну вы и коровы. Да ты заколебала уже нас козлами обзывать, Тямочка, вторую серию. Ну мы что, виноваты, то что мы профессионалы с Костей, то что мы выигрываем через вот это, через реактор, что ли? Ну Костя козёл-то. Не, тут Костя брат, конечно, я не могу не согласиться, ты козёл. Но мы-то выиграли! У меня вообще-то крыса, а не козёл. Козёл. Крыса-козёл. Крыса-козёл, Костя, неважно.